Ленинградская область открыла всероссийскую агропромышленную выставку «Золотая осень» в Москве. Свою продукцию представили 120 предприятий 47-го региона. С ними ознакомился премьер-министр России Дмитрий Медведев. По результатам выставки Ленинградская область получила гран-при и более 30 других наград, в частности за реализацию программы развития сельских территорий, благоустройство сел, животноводство, ветеринарию и другие направления. Золотом были отмечены Лужский район, Путировское сельское поселение Кировского района и птицефабрика «Оридиш» из Гатчинского района. На прошедшем через несколько дней заседании Президиума Совета при Президенте Российской Федерации Дмитрий Медведев рекомендовал другим регионам страны использовать опыт Ленинградской области в части закупки готовых фельдшерско-акушерских пунктов для сельских поселений.